А говорят, таксист не настоящий. Предоставлять услуги частного коммерческого извоза пассажиров могут только те водители, которые имеют специальное разрешение и пакет необходимых документов. В противном случае автомобилист рискует получить не только штраф, но и остаться на какое-то время без средства передвижения. Так, представители Минтранса Московской области совместно с инспекторами Щелковского отделения ГИБДД и сотрудниками администрации городского округа провели очередной профилактический рейд по выявлению нелегальных таксистов на улицах города. На предмет выявления граждан, осуществляющих предоставление незаконных услуг по перевозке легковым такси и багажа. Как вы видели, как раз провели мероприятие, задержали три транспортных средства и эвакуировали, которые оказывали незаконные услуги по легковому такси. Такие профилактические рейды проводятся регулярно. Гражданам напоминают, что необходимо соблюдать действующее законодательство. За нарушение на всех тех, кто занимается нелегальной деятельностью, таксуя, составляется административный протокол. Кроме того, автонарушителя сразу отправляется на штрафстоянку. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.